христианство, потому что Папа Римский выступил абсолютно однозначным суждением, сказав, что свобода слова, тем не менее, не может привести к тому, что отменяется, право и свобода на вероисповедание. Заметь, что он аргентинец. Это имеет значение. Достаточно того, что он Папа Римский, а как мы помним Евангелие, то в Христе сказал, нет. Если вы покушаетесь на религию, грешка, ждите ответа. Ну, вот ждите ответа от рекламы, сразу после которой продолжим эту высокую интеллектуальную дискуссию.